Электрики, сантехники, сварщики – все те профессии, на которых держится бытовой комфорт горожан. День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отмечается в третье воскресенье марта. Накануне праздника губернатор Сергей Морозов собрал представителей сферы ЖКХ Ульяновской области в правительстве, чтобы поздравить и подарить памятные подарки. Мне очень приятно сегодня встретиться с вами, лучшими работниками регионального жилищно-коммунального комплекса, который является одним из самых важных, самых сложных отраслей нашей экономики. Электросварщик пятого разряда Андрей Волков свою профессию любит и не променяет ни на какую другую. Сварщиком он трудится уже 30 лет. За добросовестный труд ульяновца наградили почетным званием заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства Ульяновской области. Работу я начал на шиферном заводе «Ульяновск Шифер». Вот, проработал он там больше 20 лет, после чего перешел в жилищно-коммунальное хозяйство нашего города Ульяновска. Там уже 11 лет работаю. Награды получили более 60 сотрудников организации ЖКХ. 9 из них были удостоены знака губернатора за трудовую доблесть. Виктория Чиркова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.